Всем привет, с вами Чан Вова. И, короче, сейчас время 23:46. Короче, сейчас я буду играть в Мистер Дог. Все. Заканчиваются мои дыры через 14 минут. Начнем проходить хэллоуинскую. Так. Хэллоуин 2021. На призраке сыграем. Так. Так. Так, все. Мы подошли. Блин. Капец. Блин. Так, ну все, здесь закрыто. Он меня убить. Хотя, стоп. Он же не может. Я же на призраке. Болван! Погодите. Что делать? Так. Проваливайте отсюда. На тебе. Убивал всех. Спасибо, мистер Дог. Так, а здесь есть какое-нибудь оружие? Ну или автомат? Блин. Это. Валите. Да мама, блин. Что? Да уж. На, получай. Уж. Блин. Так, сколько уже минуты? Через 12 у меня заканчивается. Всё. Сладких, блин, снов. Так. А где я молоток или топор возьму? Мистер Дог, помоги мне. Блин, я не знаю, как эту миссию проходить. Давайте здесь повыполняем тогда эту миссию. Если у меня получится пройти. А где, кстати, я топор возьму? Я немножко остановился. Где я топор возьму? Да блин. Да дай ты им. Лобешник, блин. Так. На. Вот дебилы. Да блин. Нифига себе, узнал. Чего? Эй, мистер Дог, помоги мне. Этих болванов убить. Болван. Ты где? Так. Так. Да блин, да ты прикалываешься. Да дай ты им лобешь. О, у него в руках топор. Так. Топор. Ай, блин, я топор не могу взять. Какой ноутбук? О чем это они? Ну ладно. Так. Опа. Добрый день. Энергетик. Я не понял. Да блин! А у них как топор. Сваливаем. Мистер Дог, помоги мне. Блин. Мне кажется, эти пиндюхи от меня все-таки не отстанут. Так. А у него почему-то голова свинья. Поубивал всех. Вот он какой красавчик. Так. Жесть просто. Так. О, капец. Страшно немножко от жути. Опа. Добрый день. Точнее, уже доброй ночи. Через 10 минут у меня... День рождения заканчивается. Так. Блин. Опа. А что это за бон? Ладно, пригодится. А хотя я не знаю. Какой ноутбук? Какой еще нахрен ноутбук? Какой ноутбук? Где я этот ноутбук возьму, блин? Почему я начал ночью играть? Потому что мои родители свалили в стриптиз-клуб.
Так, забираю. Ребята, мне немножко страшно. Аж до жути, блин. Так, получай. Блин, ладно. Побежали со всех ног. Со всех ног. Со всех ног. Так, мистер Дог, вот твое задание. Найди скелет и убей тогда их. А я пока этим временем поразбиваю тут тыквы, блин. Да блин! Так, стоп. А зачем мне бомб? Мистер Дог. А, у него там... Мистер Дог. Дог. Мистер Собака, короче. Все, он теперь собака. Мистер Собака, дай им по башке. Ни у кого. В смысле? Не понял. В смысле? А где молоток? О, здесь этот. Да блин. Да дай ты им по башке, блин. О, я так и знал, молоток. Так. Скелету этом выпал молоток. Проходим. Я даже не стал смотреть. Особенно видео из Ютуба. Я как-нибудь сам пройду, без подсказок, если у меня получится. Так. А, ну я знаю здесь. Я эту игру тоже проходил, когда у меня не было своего канала. И я не умел снимать. Так, а теперь я уже умею. Так. Так, разобью это кирпич. А на какую сторону мне надо бежать? Блин, я попался! Блин, хочу сказать, я убился. Да блин! Ёкало-какало! Что же такое? Что происходит? Блин! Капец, нужно найти здесь какой-нибудь тайный рычаг. Мама мия! Блин! Ну вот опять! Я опять попался. Мама мия. Я уже точно эту игру навряд ли пройду. Так, стоп. Я здесь не разбивал это. Как его там? Эти доски, ящики. Так, забираю. Ничего. Воу. Идите вы все в жопу, блин. Опа, мистер Дог, похоже, их убивает. Ой, капец. Так. Опа, еще. Так, ну стойте. А что? Вы прикалываетесь, что ли, вы все надо мной? Где тыква? Где тыква, блин? Добрый день. Дайте мне пройти. Черт, поберите. Блин, что делать мне? Давайте здесь найдем. Может, что-нибудь здесь получится, здесь что-то найти. Тайный рычаг я пока не могу найти. Я сам не знаю, что надо делать, блин. Но я не такой уж и тупой. Может, мне и получится пройти. Блин. Блин.
Добрый день, я в тупике. Блин. Да иди ты нафиг! Вы меня сейчас забагуете! Вы меня сейчас багните! Да как я попался? Да ну ёкала-какала! Ну и что мне тут, блин, надо делать? Я постоянно здесь проигрываю. Чё за фигня такая? Я не знаю, как это короче, блин, пройти. Может... Так. Да чёрт. Кого это вы уже поубивали? Да блин. Ну и что мне с этим штуковиной тут, блин, надо делать? Добрый день. Доброе утро. Чё за фигня так? Через 3 минуты у меня дыра заканчивается. Это плохо. Я хотел каждый день рождения. Но это не сбывается никогда ни у кого. Блин. Ничего. Добрый день. Не понял. Здесь тоже ничего. 3 минуты осталось. Так, стоп. А зачем эта статуя? Так, надо еще какую-нибудь тыкву найти и разбить. Но я пока со временем не могу пока на тыкву, блин, найти. Выращенную особенно. Которая с подсказками. Блин. Так, 2 минуты осталось. Когда закончится мой день рождения? Да. Печалька, а ну-ка стоять. Какой камень? А чё за камень? А чё за камень? Что мне с ним тут надо, блин, делать? Камень. Может, мне... Они мне пытались сделать подсказку мне, если я когда проигрывал, или нет? А может, я и не заметил? Так, стоп. Эть. А! Я сломал! Понял! Понял, как это проходить! Блин. Да блин! Эти лохопеды, блин, хотят меня... Погодите. Мне нужен топор. Я понял, как это проходить так. 1 минута осталась до моего дня рождения. И все заканчивается. 1 минута осталось. То, что у меня уже дыра заканчивается. Давайте здесь постоянно наблюдать. Блин. Да. Погодите. Еще нет. О. Нет! Все! День рождения мой закончился! 00 часа ночи! Ну, ёкала-какала! Ну, блин! Ну, ладно. Короче, ладно. Давайте дальше проходить. Уже 5 ноября. Может, у кого-то 5 ноября ДР. Я, если честно, не знаю, короче. Так, стоп. А я топор потерял. Прикиньте. А может, я его где-то оставил? Честно говоря, я уже не помню, где я его, блин, оставил. Так, сейчас давайте здесь найдем. Может, я здесь что-то здесь бросил. Или это, не знаю. Блин. Блин, а где? Где? Вы прикалываетесь все надо мной, блин. О, а вот одна это не лопнутая тыква, точнее не разбитая. Может, это я адресом ошибся. Хотя стоп, я же почти никогда не ошибаюсь. Только с оценками. Так, а где я его бросил? Прикол. Так.
Так, стоять. Может, я что-то тут напудрил тут. Или я уже не знаю, где я его оставил. А вы откуда здесь появились? И, короче, мои родители вернутся за сегодня утром. Точнее, уже 0 часа ночи, точнее, 0:01. Все некоторые спят, а я такой крутой и не сплю. Нахрен мне это надо, блин. Капец, я уже медленный. Так, а где я оставлял? Да ёкало-какало! Мистер Док, побей ты их! Где я бросил? Непонятно! Чё за фигня? Короче, в следующем году у меня уже будет дары. Короче, мне, ну и короче, вы уже знаете, мне 12 лет исполняется. Точнее, уже исполнилось. Утром, ну точнее, 0 часа ночи, когда я не спал и ждал свой день рождения. Где? Да ёкало-какало, да где я топор, блин, бросил? Ёкало-какало. Да где я его мог бросить, блин? Вы чё, прикалываетесь совсем вы все надо мной, блин? Пока 1 апреля нету, если хочу сказать. Да где? 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 Объясните, где? Блин. Так. Может, я его где-то, блин, бросил? Я не знаю уже. Забыл, блин. Короче, прикиньте, забыл где. Ё-моё. Ну как так-то, а? Блин. А здесь можно какой-нибудь здесь баг сделать? О. Так, давайте здесь сверху посмотрим. Блин. Сейчас, погодите-ка. Блин. Ладно. А куда я опять? Падаем. Баг не смог сделать. Блин. Блин, да где же? Куда я его бросил? Откуда у него топор, блин? Что делать? Я пока поставлю на паузу. Вот я лошара! Вот же оно! Нашел все-таки. Запылился тут, не запылился. Точнее, запылился и не запылился. Так. Вы видели это? Вот я лошара точно. Куда я мог деть, блин? Так, ломаем. Да ты откуда, блин? Стоп. У меня же дома никого нет. А может, это игра? А хотя, стоп. Игра не может быть по-настоящему. Блин. Когда у меня будет когда-то миллиончик, тогда я сделаю это ночью играть в игры. Страшные игры. Может, тогда это когда-то здесь будет. А может, и нет. Ну, я просто не хочу этого делать. Я не хочу, чтобы меня монстры убили меня. И притащили куда-то, блин, непонятно. В это место, блин. А ёкало. Да, блин. Что? Куда это я оказался? Где я? Опять тут какие-то новые локации.
Вы чё, прикалуетесь? Новые локации, блин. Новые, блин, локации. О, стоять. Так. Так. Нажал. Ну и чё тут дальше? Да блин, мистер Дог, помоги ты мне. Так, давайте здесь. Тут тоже кнопка. Готово. Весело. Но почему-то... О! А, надо еще один этом... Какой-нибудь рычаг, блин, найти. Да блин. Да ёкала-какала. Фух. Да. Так, ну вот здесь. Готово? Нажал. Побежали, побежали со всех ног. Жалко то, что вечеринка быстро закончилась. Так, мы прошли. Блин. Миссия пройдена. Короче, ребят, давайте будем заканчивать. Все, подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, пишите комментарии. Всем пока!